Указом главы государства Асаин Куандыкович Баяханов назначен акимом Павлодарской области. Он родился в Баянаульском районе в 1977 году. В 2000 году окончил Павлодарский университет по специальности экономика и менеджмент. С июля 2021 года был акимом Павлодара. До этого с марта 2020 года занимал пост заместителя акима нашего региона. Алихан Смаилов, премьер-министр нашей страны, дал ряд поручений акимату области и озвучил ряд проблемных вопросов, на которые важно обратить внимание. Важным вопросом является модернизация инфраструктуры. Сейчас идет отопительный сезон. К сожалению, мы столкнулись с серьезной аварией на теплосетях в городе Кибастуз, которая привела к тому, что часть жителей этого города осталась без тепла на неделю. Благодаря самоотверженной работе рабочих тепловиков удалось восстановить теплоснабжение. Сейчас проводится расследование причин аварии, по результатам которого виновные будут привлечены к ответственности. Перед акиматом же области стоит задача по стабильному прохождению отопительного сезона в регионе. Следующий вопрос – это экологическая обстановка, которая складывается в связи с работой промышленных предприятий. Из общего объема выбросов по республике порядка 30% приходится на Павлодарскую область. Поэтому необходимо проводить постоянную работу по снижению вредных производственных выбросов на окружающую среду. С руководством промышленных предприятий необходимо вести работу по модернизации производственного процесса, увеличению инвестиций и социальной поддержке работников.